крепкого здоровья, успехов в делах. Пусть впереди вас ждет полоса только везения, и на вашем горизонте появятся новые перспективы и возможности. И разрешите мне от депутатского корпуса и от глав, от администрации города получить вам подарок, статуэтка святого и епископа Луки, которые будут талисманом вашей работы. Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, не успели мы все задуманное осуществить. Я думаю, несмотря на заявления скептиков, все прекрасно понимают, что какое будущее ждет наш город. Непременно он будет процветать, развиваться. Вот, и, конечно, мы все вместе будем в этом помогать. Спасибо, я всегда к вашим услугам. Конечно, это очень тяжелая, можно сказать, каторжная работа, потому что нет ни выходных, практически нет свободного времени. Я приходил домой, когда мои родные уже спали, семью практически не видел. Вот, постоянное эмоциональное напряжение, потому что проблем много, да, очень много. Как я уже сказал, возникало и аварийных ситуаций, которые тоже отнимают очень много эмоций и нервов. Поэтому работа, конечно, завидовать тут нечему на этой должности. Причина вашего ухода? Причина по состоянию здоровья. К сожалению, ухудшение здоровья было у меня еще с Нового года. Просто как бы не обращал особого внимания, но вот, к сожалению, было обострение резкое, вот, поэтому пришлось госпитализироваться в больницу, и вот, благополучно подлечили меня сейчас. Конечно, еще лечение продолжается, но уже не такое сильное. Конечно, за этот короткий период очень мало успели так, в глобальном, да, масштабе, что в основном приходилось, как говорят, тушить пожары, да, то есть постоянно какие-то у нас возникали аварийные ситуации, которые нужно было немедленно устранять. Вот. Что касается планов на будущее, то, конечно, я возвращаюсь в свою родную стихию, то, к чему шел всю жизнь, вот это ортопедия и травматология, вот, и в самое ближайшее время я начну работать в отделении травматологии первой городской больницы.